Друзья, всем доброго дня. Сегодня у нас в обзоре снегоуборщик Янмар, модель ISRA100DXE. Отличный снегоуборщик на бодром ходу. На снегоуборщике мы установили новые гусеницы. Также у нас установлен новый дизельный мотор, мотор Лифан, одноцилиндрового воздушного охлаждения мощностью в 13 лошадиных сил. Захват снегоуборщика 90 сантиметров, высота 60. Шнек в отличном состоянии. Желоб с электроприводом. В управлении он очень простой. А здесь у нас рычаг газа, рычаг хода, рычаг коробки передач направления движения вперед либо назад. Два рычага на повороты. Джойстик поворота желоба. Так вот, легко управляется. Все это отлично, исправно работает. Далее здесь у нас регулировка на подъем и опускание ковша. Здесь у нас рычаг включения вращения шнека и рычаг направления желоба на дальность выброса. Вот, вкратце это все. Сейчас запустим двигатель. Посмотрим, как справляется со снегом снегоуборщик. Послушаем, как работает мотор. Отлично работает, далеко кидает. Ну, собственно, отличный снегоуборщик, абсолютно исправный. В превосходном состоянии, отлично справляется со своей задачей. Вот. В общем, проверен, исправен и готов для дальнейшей работы.